Ужин готов. Да, да, иду. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают. Они херней не страдают. Всю жизнь мне испортили. Такие идеальные. Ну что смотришь? Чё вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков, Тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, бухгалтера, шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! А ну вернись! А ну вернись! А ну вернись, я сказал! Это все из-за нее. Это ясно как день. Я ее проучу. Она у меня сейчас за все огребет. Сама напросилась. Только сперва закинусь. Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз. Взяла и свалила от меня, шлюха. Мог жить нормально. Была ведь семья, но нет! Ей всегда было на меня насрать. Я для нее в лепешку расшибался. Ну, ей же все мало. Ей же всегда было мало! Ой, это маленькая мерзавка! Все из-за нее! Да. Я ей покажу, где ее место! Да. Я знаю, что надо сделать. Алиса! Папа очень зол! Сейчас ты у меня получишь хороший урок! Очень хороший урок.
Хватит! Прекратите! Ты что, охренела? Убери пушку и вали отсюда! Это приказ! Нет! Оставьте ее в покое! Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? А что ты сделаешь? Типа ты в меня выстрелишь? В человека, да? Ты, кажется, поломалась. Ну ничего, сейчас починим. Берегись, Гейра! Иди сюда, тварь! Подчиняться!